Клара Петерс – фламандская художница, одна из первой плеяды европейских художников, специализировавшихся в искусстве натюрморта. Она первая признанная женщина-художница нового времени и та редкая женщина, которая профессионально занималась живописью в Европе нового времени. О ее жизни мало что известно наверняка. Даже даты главных событий, таких как крещение и брак, не прояснены окончательно и, возможно, связаны совсем с другими женщинами, тезками художницы. Какое-то время она, предположительно, провела в Амстердаме и в Гааге. Но в записях гильдии художников Антверпена о ней ничего не говорится, что затрудняет составление достоверной хронологии. Родилась Клара в Антверпене приблизительно в 1588-1594 годах. Самые ранние работы написаны в 1607-1608. Пик творческой активности пришелся на 1611 и 612 годы. Точная дата смерти не установлена. Ее последний натюрморт датирован 1657 годом. Эту дату принимают условно за год ее кончины. Художница работала в жанре натюрморта, известна своими скрупулезными изображениями, утонченными композициями и мастерством виртуозно передавать текстуры. Ее стиль, наиболее жизненное воспроизведение предметов, выказывал в ней дух решительный и авангардное мышление. Судя по всему, Клара обладала незаурядным умом и дальновидностью. В начале 17 века в Голландии и Фландрии можно было по пальцам пересчитать художников, которые творили в жанре натюрморта, в новом для эпохи стиле реализма, так отличавшимся от идеалистической традиции Возрождения. Ее произведения входили в коллекции в Роттердаме, Амстердаме и Мадриде. Это говорит о том, что женщина стремилась получить финансовую выгоду от своей деятельности, работала высокопрофессионально и продавала картины через дилеров. Кроме того, различия в манере письма на панелях свидетельствуют о том, что она держала собственную студию с подмастерьем. Thank you.
В ее наследии насчитывается 39 подписанных работ, 11 из которых датированные. А на 8 можно рассмотреть крошечные автопортреты, отражения в отполированных предметах. На 6 известных картинах Петерс присутствует богато украшенный нож, на котором написано ее имя. В 3 случаях на лезвии можно рассмотреть клеймо изготовителя из Антверпена. В те времена люди брали собственные приборы, когда их приглашали поужинать в гостях. Предметы сервировки также преподносили на свадьбе, так что нож на картинах Петерс может быть подарком на ее собственное венчание, которое нигде не задокументировано. Часть произведений без автографа, так что могут быть со значительной долей достоверности отнесены к ней. Работы Клары Петерс повествуют о вкусах, пристрастиях и обычаях процветающих слоев голландского и фламандского общества начала 17 века. На картинах изображены диковинные для Северной Европы того времени продукты – сладости, вино, фрукты и рыба. Художница стала первой, кто выложил на холсты богатые дары моря и охотничьи трофеи. На ее полотнах нашлось место соколам и ястребам, с которыми аристократы охотились на более мелкую дичь и экзотическим для Северной Европы артишокам, ракушкам, устрицам, сладостям, разложенным на изящные фарфоровые блюда. Thank you.
Чашки с позолотой, бокалы тончайшего венецианского стекла, серебряные солонки дают представление об образе жизни высших слоев общества, культурных традициях, хорошем вкусе обладателей этих предметов быта и роскоши. Стиль Петерс отличает детальное изображение форм и текстур, элегантный контраст света и тени, отменные композиции. Это была женщина, осмелившаяся бросить вызов обществу. Законы и обычаи того времени не поощряли женщин к профессиональному занятию живописью, и лишь немногие были в состоянии преодолеть все препоны и стать художницами. Но даже в этом случае им запрещалось делать анатомические зарисовки с живых и обнаженных моделей, как правило, мужчин. Из-за этого женщинам приходилось ограничиваться портретами и натюрмортами. Ее картины и деликатно изображенные на полотнах автопортреты раскрывают способности Клары Петерс как художника и выдают в ней настоящего мастера.